Моделирование фигуры – тема, актуальная для разных возрастов и объемов. Тенденция последних лет – индивидуальный подход. Назначают не просто курс процедур, а персонально подобранную программу, состоящую из различных методов. Мы подбираем сочетание процедур, мы подбираем количество процедур и работаем над вашим телом. Помимо массажей ручных, мы можем сделать специальную программу, в которой мы можем включить такие средства, как LPG, такие средства, как кавитация, прессотерапия, ну и, конечно же, наши шикарные обертывания от Эриксон. Начнем с аппаратной методики борьбы с локальными жировыми отложениями – звуковой кавитации. Это ультразвуковая, безоперационная липосакция, прорабатывая отдельные зоны проблемные, где туго плавкий жир, когда он плохо уходит, ультравысокой частоты звуком, мы выгоняем, разбиваем и убираем жировые отложения. Вплоть до того, что после одной процедуры уходит до 1,5 сантиметра объема. LPG уже стало именем нарицательным. Сегодня так могут назвать какие угодно аппаратные массажи. Что же до самого бренда, то за годы существования его на косметологическом рынке сменилось несколько поколений аппаратов. И даже легендарный комбинезон стал другим. Компания LPG не стоит на месте. Они улучшают свою линейку. Костюмы улучшаются, они меняют состав, они меняют текстуру, они меняют эластичность. За счет этого тоже достигаются наилучшие результаты. LPG работает как полный лимфодренаж всего тела, лимфомассаж полностью всего тела, так и по проблемным зонам. Это локальные жировые отложения мы убираем, разминаем. Мы работаем с целлюлитом, то есть есть специальные отдельные программы по мужскому типу или по женскому типу. А также LPG работает на лицо и на зону декольте. У такой методики, как прессотерапия, множество программ и показаний. Применяют ее и для моделирования фигуры. Она позволяет полностью избавиться от явления отечности. Она позволяет улучшить питание мышц. Есть программа, которая работает на восстановление после физических нагрузок. Многие люди летают в командировки и сталкиваются с тем, что происходит очень серьезная отечность ног, которая не снимается в течение 2-3 дней. Это достаточно большая проблема. Можно после перелета, либо на следующий день сделать прессотерапию, убрать отечность, размять ножки, и очень быстро-быстро это все решается. Различные виды обертывания чаще всего связывают с релаксацией и питанием кожи. Но если говорить о лаборатории Эриксон, то это тот редкий случай, когда косметические разработки эффективно борются в том числе и с лишними объемами, определяя природу их возникновения и нанося прицельный удар. Косметика работает точечно и прицельно над проблемами. Но компоненты косметики позволяют организму самому вырабатывать необходимое количество гормонов, чтобы бороться с жировыми отложениями. У нас представлены несколько линеек обертываний в зависимости от того, с какой проблемой приходит к нам клиент. И если это отечность, то у нас включаются солевые программы, противоотечные, то есть специальные соли с специальным составом наносятся на проблемные зоны и проводится обертывание, выдержка экспозиции. Программа «Диететик», которая борется с отложениями жировыми вот такими быстрыми. То есть она программа специально разработана на работу с избыточным весом от избыточного питания. Программа «Диететик» включает в себя баночный массаж. Это единственная программа, которая с баночным массажем. Поэтому вес и объемы очень быстро уходят. Также есть программы для возраста 50+, которые работают над упругостью кожи, над восстановлением количества коллагена в коже внутренней. Есть программы, направленные на борьбу с так называемым стрессовым жиром. То есть, когда идет выработка гормонов стресса, у нас перестает расщепляться жировая ткань. И у нас есть специальная программа, которая работает вот над этим. Если есть вкусняшки, которые портят фигуры, значит, найдутся и способы, чтобы все исправить. Главное помнить, что и в этом деле важны системный подход и грамотные специалисты.